Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Жили они в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха плела свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной тиной. В другой раз закинул невод, пришел невод с травой морской. В третий раз он закинул невод, пришел невод с одной рыбкой, с непростою, золотой. Как взмолится золотая рыбка, человечьим голосом молвит: «Отпусти меня, старче, в море, дорогой, за себя дам откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь». Удивился старик, испугался. 30 лет и 3 года он рыбачил и не слыхивал, чтобы рыба говорила. Отпустил он золотую рыбку и сказал ей ласковое слово: «Бог с тобой, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Плыви себе в синее море, гуляй там на просторе». Воротился старик о старухе, рассказал ей великое чудо. Я сегодня поймал была рыбку, непростую рыбку, золотую. По-нашему говорила рыба, домой в море синее просилась, дорогою ценой откупалась, чем только пожелаю. Не посмел я взять выкупа с рыбки, так пустил ее в синее море. Старика старуха забронила: «Эх, ты дурачина, простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки, взял ты хоть с нее корыто, наше-то совсем раскололось».